Hello, dear friends. Tomorrow, with our international team, we are going to visit Belarusian Orphan School, which is situated 150 kilometers away from Minsk. We will buy some sweets today, we are going shopping with Social Variety Alliance, and we will prepare games for kids. So, let's go! Как тебя зовут? Ангелина. Ангелина, сколько ты уже вот тут живешь? Может, 6 лет. 6 лет. О чем ты мечтаешь? Вообще, сначала я хотела стать певицей, но... я хочу, чтобы у меня появилась подруга, которая будет всегда дружить и, не бросит. Привет! Привет. Как тебя зовут? Кирилл. Вот как ты сюда попал? Меня сюда отправила в школу из-за плохих оценок, из-за того, что я себя повел. К чему стремишься? Вот когда взрослым будешь? Я хочу работать ветеринаром. Ветеринаром? Ты любишь животных? Да. Кем? Кем ты видишь себя взрослым? Милиция. Ты будешь хорошим мужчиной. Я мечтаю стать парикмахером-визажистом. Мы с Машей мечтаем вместе открыть один салон. А ты кем хочешь стать? Программист. Лучше сердечки поехать, полететь в Америку. Я хочу быть певицей. Я хочу тоже выучить китайский, поехать в Китай. Там все такие красивые. Я тоже туда хочу. Расскажи про морских свинок. Эквадор – здесь национальная еда. И мы кушали морская свинка. Морская свинка. Морская свинка. Вот тут у девушки есть морская свинка, она руку подняла. Поехали! Морские свинки! Огромную роль играет преподаватель, это мое мнение. Это те люди, которые вам дают свою любовь, свое время, это самое дорогое, что у них есть, их время. Они стараются каждому из вас дать как-то максимально много, поэтому, пожалуйста, любите их, цените и ни в коем случае не обижайте, потому что все мы бываем иногда неправы, и взрослые, и дети. Так интересно, все детки задействованы, все молодцы. Спасибо вам большое, спасибо вам. Все, до встречи, ребята.